Мы находимся в Национальном архиве нашей страны, где хранится первая конституция. Эта историческая книга была издана в 93 году. Напомню, конституция была принята на 9-й сессии 12-го созыва Верховного Совета Казахстана. Нынешняя конституционная реформа, 4-я по счету, основной закон республики изменяли и дополняли в 98-м, 2007-м и 2011-м годах. Предыдущие поправки так или иначе касались полномочий Мажилиса и Сената. Укреплялись роль, статус и место парламента в системе государственной власти. Повышалась его эффективность и законотворчество. Творческая работа. Новые изменения в Конституцию станут основой для продолжения политической реформы. Здравствуйте, меня зовут Динара Акылжанова. В эфире программа «Проект закона». Прежде чем обновить Конституцию, депутаты и министры, а также эксперты юридического сообщества проанализировали около 300 законов и 20 кодексов. После всенародных обсуждений, которые длились месяц, 1 марта президент внес проект закона в парламент. Это мудрость нашего президента. Он смотрит даль, вперед смотрит, как надо развивать нашу экономику, как надо развивать наше государство, как у нас будет благосостояние нашего народа, как будет расти и так далее. Вот из этой точки зрения он предлагает эти изменения. Неоднозначное прочтение вызвало поправка в 26-ю статью Конституции, а именно в пункт 1, где словосочетание «граждане Казахстана» предлагалось изменить на слово «каждый». То есть новелла звучала бы так: «Каждый может иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество». Сама декларация вот этой нормы – это, конечно, очень сильный шаг со стороны государства в охране права собственности. Это и жилище, это любое имущество, которое находится в нашей собственности законным путем. Парламентарии разъясняли эту норму и в ходе поездок в регионы. В качестве аргумента и примера депутаты приводили Конвенцию ООН по правам человека, где практически любая статья начинается со слова «каждый». Под ним подразумевается человек, в том числе иностранный гражданин и инвестор. 26-я статья. Это из главы, где говорится о правах человека. Земельный вопрос и все другие вопросы, связанные с землей, они регулируются 6-й статьей Конституции. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом. Пункт 3, статья 6 Конституции Республики Казахстан. Мы еще раз должны разъяснить народу, когда говорим о собственности, нельзя ставить рамок, знак равенства, что это земля. Все юридические сообщества поддержало, потому что это обеспечивает стабильность поступления инвестиций в нашу страну, доверие наших инвесторов и казахстанцев. Но нам не надо торопиться, надо поработать, должен быть консенсус в этом вопросе. Разъяснять надо. Президент предложил оставить 26-ю статью в прежней редакции, но с оговоркой, что к собственности той же земле подход должен быть хозяйский. Земля не может оставаться ничьей, пользы не будет для страны. Глава государства также напомнил, что по Конституции частная собственность неприкосновенна. В этом суть 26-й статьи. Что касается других норм, это поправка в 55-ю статью Конституции. Уполномоченного по правам человека будут избирать сенаторы. Это изменение предложили сами депутаты. Принято единогласно. Здесь и будет ответственность самого омбудсмена, и это будет повышать его статус. Ну, наверное, и государство должно будет со своей стороны, да, предусмотреть институциональное укрепление этого института. Я не исключаю, что, возможно, будет, скажем, встанет вопрос о том, что должен быть самостоятельный закон, там, ну и так далее, другое оформление. То есть вот это очень важно. Цель конституционной реформы – сделать систему управления страной эффективной, устойчивой и современной. Для этого необходимо, чтобы все институты власти и общества в своем развитии постепенно переходили на принципы демократии. Обновленная Конституция усилит работу парламента, а это значит, повысится роль избирателей. Речь идет о каналах влияния граждан на государственную власть. Граждане Казахстана могут и должны влиять на правительство и политику в стране через Мажилис и Сенат. Это был проект закона на телеканале «Хабар-24».